друзья, всем привет! Что делаем сегодня? Сегодня делаем Ford Mustang. Мощный, но не по мотору. 5 литров счастья, пацаны. Вот проблема, по которой он приехал. Предупреждение о столкновении не работает. Так называемый датчик, который располагается в переднем бампере. Также еще по диагностике не работает у него вот блок управления двигателем, жалуется на характеристики минимальное максимальное положение датчика, положение воздушной заслонки в активной решетке. Короче, пойдем к бамперу, посмотрим, где там что находится. Так, вот здесь получается находится решетка активная, а вот здесь должен быть датчик. Но датчика сейчас нету. И так тоже сверху его не видно. Друзья, чем мне нравятся машины с Америки? Если, к примеру, приехал автомобиль американского рынка, который пересек границу, у него ВИН-код, при условии, что ВИН-код известен автомобиль, у него ВИН-код будет открытый. И с помощью этого ВИН-кода можно вбить в Google и проверить, насколько был сильно битый автомобиль. Вот, например, этот Ford Mustang был бит в морду. Само собой, датчик, который нужен, скорее всего, там нету. Если даже есть, скорее всего, может быть, проводка пострадала. Короче, тут надо снимать бампер и смотреть дальше. Бампер снимается вполне несложно, учитывая, что автомобиль немножко получил по морде. Но все крепления были на месте, это даже прикольно. Вот с этой стороны проводка уже ремонтировалась, но она идет на туманке. Это нам как бы и не надо. Вот жалюзи, которые болтаются как хрен в стакане. Вот, раз, два. Он еще и нижний вводит. Вот если вот так делать, вот нижних что-то не хватает уже. И вот ремонтированный типа усилитель. Так, надо сейчас что-то все снять теперь, оказывается. Дальше и добраться до жалюзи. Где-то тут, кстати, должен был стоять датчик, но его что-то я не вижу. Он, по идее, на Фордах-то, Форд, типа, Мустанги и все прочее. Где-то стоял он, по идее, где-то вот тут, что ли. Вот так вот должен стоять, квадратный такой. А это датчик температуры. Тут, походу, чуть не хватает. А, нет, вот. А, вот он, вот стоит, вот. А, он болтается. Стоит, болтается. Крепления не хватает. Ну, кстати, да. Поэтому машина не работает, что он даже болтается. Неверные данные, полученные от датчика. Ну, он, видимо, получал, надо его снять. Надо его снять, проводку проверить, питание плюс-минус, и сам датчик посмотреть, может, водичка попала уже, потому что здесь, вон, видите, коцнутый, треснутый. По питанию, смотрите, сейчас Пандору выставлю. Вольтаж, да, смотрите. Тогда получается минус. Вот минус, да. Вот плюс. Вот это кан. Кан хик, это кан лоу, присутствует, проверено, присутствует, хотя можно сейчас еще раз проверить. Сейчас поставлю генератор, контактор, сейчас смотрите, опа, нажимаем, read, кан хик есть, и соседний, кан лоу есть, питание живое, плюс-минус, кан хик, кан лоу, все присутствует. Получается, датчик, скорее всего, просто... Я бы, наверное, поменял бы его, не знаю, нет смысла что-то ремонтировать, проверять. Вот номер. Сейчас вспышку выключим. Вот так вот, да, вот его номер. LB5T, короче, номер есть. Что делать жалюзи? Жалюзи просто болтается, без какой-либо фиксации. Почему так? Почему так? Надо тоже разобраться. Скорее всего, сейчас придется снимать крепление. Вот эту вот верхнюю часть, вот эту вот снимать, вот это. Ну, скорее всего, просто повреждение. Что-то там не хватает, что-то там ушатано. Я думаю, тут особый ремонт, я не знаю, как пойдет. Получится ли вообще. А вот другая неисправность, смотрите, вот видите, это сам датчик, вот он вот крышками треснувшая, вот такая вот треснула. Не знаю, есть смысл его ковырять. Скорее всего, он залит каким-то типа герметиком или клеем. Надо согласовать сначала с клиентом, показать ему этот датчик, сказать, что вот возможен какой-то ремонт, попробовать скрыть его. Если скрыть не получится, ничего это не поможет, ничего не отремонтируется, тогда замена. Так будет правильно. Как это обычно бывает,
решили собрать, поставить все на место. Владелец сам поищет этот датчик. Стоит он 50+, но это уже без разницы, мне по барабану. Короче, я собрал, все на место поставил. Единственное, что останется, если автомобиль реально приедет обратно, вернется, это поставить его на место, подключить все. Опять придется снимать бампер, ну тоже, да? Не очень хорошая история. И, скорее всего, адаптировать. По поводу адаптирования, но если автомобиль уже вернется реально, то следующее видео будет про адаптацию. А на этом ролик заканчивается, поэтому давайте, пацаны, ставьте лайки этому ролику, подписывайтесь на канал, рекомендуйте его своим друзьям. Увидимся в новых роликах, в следующих видео. Не пропадайте, удачи, пока!